remaining. Настолько там уже на часов под 7 или 6, да, слишком уж на разные часовые пояса, поэтому приходится вот нам начинать стримить их пораньше, не как обычно. А, ну что, это первый этап, первый раунд, встречается команда E-Storm и X-Pride, две российские команды из Дальнего Востока, как вы сами понимаете, первый раз я их наблюдаю, поэтому ничего вам не скажу, как они, что они могут и как они что делают. А, собственно, да, будем смотреть по игре. Я посмотрел немножечко так профиль игроков, ну, довольно мощно, да, особенно выглядит X-Pride, там ребята 4-5к в среднем, что как бы намекает, да, что ребят постараются играть, интересное, ну и E-Storm, да, что я заметил у них, так то, что очень много игр сыграно у каждого из игроков, но рейтинг они свой не показывают, ну что, может как-то такой тактический мув хитрый в этом деле, ну, совсем скоро узнаем. Ну что ж, давайте быстренько пробежимся по банам, по пикам, что там у кого. E-Storm убрали Квапу, Герокоптера, Лансера и Рейскинга, X-Pride убрали Дума, убрали Ио, пропал также у них в банах еще Эмбер Спирит и Антимаг. И их пик это Тускар, Виверна, Лина и Сларк. У E-Storm, Undyne, Клич, Shadow Demon и Скитра. Ну что, просто реально очень классные пики. Очень нравится обе их команд. Я даже не могу сказать пока, кто там лучше, кто хуже, да. Еще, правда, пятый у нас есть слот для каждой команды. Так что будем уже оценить ситуацию полную под его, скажем так, заполнение. А Винда уходит в бан от X-Pride. Ну и что? Ага, сразу же банят Дарксира, просто жестко, E-Storm идет, у них минута 30, еще дополнительное время есть практически. Знают они, что делать, видимо, очень четко действуют, но X-Pride выбрали башты все время, и осталось у них всего лишь там 8 секунд дополнительного времени и 23 секунды основного. Ну что, что им нужно? А, нужен оффлейнер, X-Pride, я так понимаю, хотя опять-таки с другой стороны может пойти до Тускар. Не пригодится там тогда этот самый флейнер, или же Сларк у нас будет хардкерри, Лина идет в мид, ну Тускар флейн, да, Винтер Виверн, еще один саппорт сейчас нужен, как ни крути, X-Pride'ом, да, осталось у них 7 секунд, и нужно думать побыстрее уже, мне кажется, потому что 3-2, да, это сейф, вот мидер команды, видимо. А значит, Лина у нас будет саппортящий, вместе с интерверной будут они помогать Сларку, Тускар оффлейн, SF идет в мид. Ну и E-Storm, у них есть Undyne, Клич, Shadow Demon и Спира, то есть, собственно, тоже довольно неплохо, и там пара Ассасина, ну все ясно. А оффлейнер у них будет, я так понимаю, Лич, Shadow. Спик 3, и там-то сейчас попикают персонажей. Придет сейчас Лина и Shadow Demon. Давайте, ребят, забирайте, мы начнем. Вовремя, стабильно, как-то хорошо, и чтоб все остались после пика на месте. Да, обычно убивает одного, двух, троих. Вчера выбило четверых, я видел, но вот такие дела. Ну что ж, еще раз всем добрый день. Добро пожаловать на наш стрим. Это турнир Чикап Game Show, ребят, открытая квалификация. Так что еще, собственно, если вы из других регионов, не из Дальнего Востока, еще у вас будет шанс зарегаться. Поэтому давайте заходите на сайт gsl.tv. И там, собственно, можете принять участие тоже. Ну что, давайте, пока у нас пауза, времени мы терять с вами не будем. Быстренько представлю вам команды X-Pride. Их состав Bass Skills минус 25. Видимо, намекает на ММР-ку. На линии. Хуамай на SF, Фрегат на Тускаре, Адмирал, Шапто будет играть на Винтер и Верне, и Сларк будет вправляться Кингс или Кинг Доллар, там, как вам уже угодно. Команда ES, E-Storm, сокращенное это название, так, уходит у них сейчас вот товарищи Лич, ну что, их состав SS, Smile, на Undyne, This is Pounds, вот, пока еще не будет, да, еще ждем, мы пока-то
Спектру. Дальше. Ему персонажа. KSY, бот играет на Темпларе, Скорб на Спектре, и вот верните Дреда твари. Вот таким образом. А он включился пока, ну и будет играть на Личе. Кто-то у них был вторым саппортом, я, честно говоря, даже сейчас не вспомню, ребят, поэтому просто подождем, пока вернется. А вот он, Shadow Demon, вот кто был, да. Shadow Demon возвращается, и The Spawns будет управлять именно им. А, ну и ждем мы, пока переподключится к нам Лич, и уже тогда посмотрим, да. А, на игру, надеюсь, очень хорошую, интересную, потому что вчера комментировал я регион Украины-Белоруссия, и довольно неплохую игру показывали команды, многие... Многие из них, да, некоторые не показывали вообще ничего, но, собственно, так бывает очень часто. Так что будем надеяться, что сегодня на что-нибудь интересное мы с вами да посмотрим. А, ну что, все, думаю, еще в курсе, ребята, пока не подошли остальные всякие личи к команде S, расскажем что-нибудь другое. Видели вы, наверное, анонс, слышали, что будет в Минске. Я для наших слушателей из Минска рассказываю, собственно, да и из Украины, и из России, но это довольно близко, если ехать. Будет очень глобальный турнирчик в Минск-арене проведен в январе. Минск-арена — это наш такой крупный минский комплекс, ну, логично, Минск-Минский, да. Вот, на 18 тысяч человек, и там будет турнир просто громаднейший японской, российской компании, не буду рекламировать, как пока. Можете зайти в наш паблик Бронза 2 и посмотреть сами, о чем я говорю, от кого эта организация идет. Так вот, будет три дисциплины: контра, конечно же, дота и хардстоун. 500 тысяч призовой фонд, и можете, соответственно, конечно, прийти и посмотреть. Билеты обещают быть недорогими, будет несколько дней это проводиться, так что, собственно... Езжайте к нам в Беларусь, да, у нас очень все дешево относительно, а вот и без проблем сможете, вы, думаю, там что-нибудь решить. Thirty seconds to battle.
The battle begins. Bless you. Да, привет, Реборн, еще раз. Отлично, меня просто сейчас вот прокатило еще раз. Ну что, вроде вернулся, я ничего не пропустил, так понимаю. Что у нас тут пока по лайнам? Так, СФ с Верной пришли в мид, будут гонять они здесь темпларку. Вверху стоит один Тускар против Спектры, против Шэдоу Демона и Лича. И внизу здесь зомби, да, будет стоять зомби, против Лины и против Сларка. Да, лайн такой довольно интересный, потому что бот не сладко, думаю, да, ну как ни крути. С Аганимом, конечно, здорово, мы сейчас 10 силы воровать, но как бы пока, конечно, далеко до Аганима ему, так что будут проблемы. В миду темпларка будет против СФа, и посмотрим, насколько это, конечно, хорошо выйдет для них, потому как будут проблемы, мне кажется, у темплара здесь СФ. Уже имеет 5 душ, это уже 60 урона с руки, и рефракшн как бы спасает, но недолго. Так, приходит сюда курица и понесла пустую бутылку назад. Примерно в это время делать ботстаки пытаться, ну и вверху Тускара сейчас попытаются принять, так понимаю, собственно. Ага, пошел до Град Спектры. Так, ну нет, не знаю, зачем это было тогда сделано и потратил ману Спектра. Там ее немного, кстати говоря, ну, конечно, непонятно для меня немножечко. Находитесь, Лина в чужой вард и разбивает очень медленно, что за урон такой непонятный. Но в целом, собственно, все, да. Спокойненько, 2 минуты у нас проходит игры. По фарму пока сами понимаете, очень мало, даже вслух не буду называть. Тут разгоняет так Тускар. Пытается крипов каких-то что-то делать, фармить, и получать хотя бы экспун, но, собственно, его почему-то не отгоняют, его не пугает. Шэдоу Демон с Личом могли бы вообще не давать подойти ближе, но вот как-то, по-моему, они немножко филонят свои обязанности, и Тускар спокойненько ходит и еще как бы получает экспу уже практически второй уровень. Да, вот сейчас он разбирает Шэдоу Демоном. Ух ты, Шэдоу Демон ошибается, очень сильно ошибается Шэдоу Демон, первого Тускара тоже. Ну что, еще 2000 нужно, и теперь может ошибиться уже Тускар, да, Спектра выцепляет, начинает бить. Здесь же куча крипов просто, и ничего не будет, да, все нормально. И видимо здесь Виверна ловит Куру с бутылкой, погибает Кура, браво, Адмирал Шато. Отличный мув, и Темплар остается без бутылки, без маны. Это большой удар просто сейчас по Темпларке, несмотря на его хороший фарм, 16-6, да, конечно, но вот еще Shadow Fiend здесь, конечно, оказывается в огромном выгодном положении, будем говорить так, его бутылка там, не знаю, он бот покупать не будет, где он там делась, ну, собственно, ладно, тогда будем смотреть дальше, что там как. Так, внизу у нас все спокойно, хотя довольно странно, думал, тоже начнут сейчас убивать саппорты, хотя не был Винтер и Верный, и сейчас вдвоем, собственно, могут вставать. Здесь приходит Лич и Undyne, кстати, очень сильно рискует, здесь уже Лина, так, подпикивать, нет, все нормально, ничего не будет происходить дальше, хотя, опять-таки, очень странно, как-то вот слишком уж по мне пассивно бьются саппорты, не считая, конечно, выхода Адмирала Шатта с Курьером вражеским, но мне казалось, что должны сейчас наубивать просто очень много раз саппорта здесь с их отофлейнеров. У него 560 хп есть тамба, правда, это плохо, второго левела она, но, собственно, мне кажется, можно выдать там прокасик хороший, и он с места практически даже пошлить не успеет, тем более, что хп здесь у него не все. Так, снова вот тут Искар приходит, да, нужны стан, еще время нет. Нет, аж там бы не было. Очень классно повернул. Браво, Тускар. Пришел сюда и Shadow Demon, пришел сюда и Лич, но очень-очень здорово сейчас сделал Тускар, мне кажется, да, оставил свой лайн, собственно, ничего страшного, и пришел, получил вот этот вот заветный килл для него, можно вращаться сейчас вверх, и как-то гнобить, собственно, один на один уже Спектру, просто с прокастом своим, чтобы не давать ей раскачаться никоим образом. Это был, кстати говоря, друзья, First Blood, очень поздний First Blood, 5-я минута у нас уже начиналась, и только вот пролили мы первую кровь с вами. Ну что, в это время Спектра качается, при фарме видим мы на ее статистике, это сыграл очень-очень положительную роль, у нее 30 крипов. Так, здесь тамба пошла, и очень больно линия. Линия очень больно, и Лина сейчас отвалится. Да, жертву Линой, но Сларк забирает сейчас тамбу. Да, есть прыжок, собственно, может упрыгивать, давно уже нет, решая до конца потерпеть. Ну что,
SF делает даблкил, да, как-то я, друзья, не подстрелил, извиняюсь, думал, что внизу будут проблемы. Два килла забирает себе SF, это Shadow Demon и Темпларка, это 730 монет, это очень хорошие деньги, реально очень хорошие деньги, особенно в начале игры. И несмотря на свой крипстат 15-10, по Темпларке 21-10, SF получает сейчас огромное преимущество, просто благодаря этим двум киллам, это 700 монет, ребята, это, грубо говоря, 20 крипов, да, можно даже побольше. Так, здесь приходит Виверна, приходит Лина, и вот мстить Андаингу, я так понимаю. Хотя тот сорвал уже немножечко себе и хпшечки через силу. Ну что, Верно, начинает Арктик Бёрн, замораживает, пошел Тускар, остальные ребята, тамба успела поставиться, очень плохо, тамба здесь была не нужна, сейчас радующий тамбу и Лича, тоже проблемы, тебе Шедоу Демон нужно прятать, прятать Лича нужно, почему ты пробегаешь на? Да, вот так решил, и гонятся зомби дальше, да, зомби мёрзнет, зомби еще жив, каким-то образом он жив, да, погибает, Старк выбивает до конца, ультат спектры, видим мы, что Андайн крешет Тускар до конца, Шедоу Демон забрал Верну, спектра забрала Лину, провал атаки просто от Экспрайт, Старк упрыгивает здесь, как же долго месили зомби. Я не понял, почему Сларк полез на Лича. Большая ошибка просто у меня сейчас была. И видим, да, что 874 монет отыгрывает сейчас очень легко команда ЕС. 400 монет получил Shadow Demon, пришел очень правильно, да, и заставил, да, зря. И тогда он станет гораздо более мобильным. Хотя, посмотрим, может, будет не аркан, а тут много вариантов. Да, пока сейчас показывает Лина, что видит нас, наверное, же. Лина, прости, Виверна. Ну и что, отводы делаются? Да, делаются отводы там для Сларка на будущее. Ну и что с ними? Да, получается. Раз, отвод, два, отвод. Все грамотно делают, не то, что у меня получается. Но вот таким образом. И Тускар приходит к Андаингу сейчас. Я не знаю, на что рассчитывать, честно говоря. Да, шарик очень здорово, но ворвал. Стоит, что потом ничего не будет, потому что очень уж силен Андайн. Получается, шестой лук, кстати говоря, получает ультимейт. И сейчас может просто дикейми загнобить Тускара, что он, собственно, и делает с троллем. Так, у нас на СФ что-то собирается, понимаю. Да, замедляет его и бежит не в ту сторону совсем. Прямо что демон здесь, Винтер Виверн. На СФ просто спокойненько уходит. Просто спокойно уходит, да. Неспокойно, сзади, ломая до конца, пользуется задачкой, что пытается сделать, отбегает назад. Ну что, еще тычка одна, да, минус СФ. Здесь Лина с Вистаном, и это даблкил для КСУ. КСУ, да, Виверна погибает, погибает СФ, и там еще каким-то образом Undying получает Тускара, Тускар сливается, непонятно зачем. Ну и видим, да, что все хорошо теперь скалывается у нас для команды ЕС. 340 монет за Тускара, и я думаю, около там 1000, ну может ладно, 1800 монет получил ЕС за вот эти два килла, где участвовали три персонажа этой вот вышеупомянутой команды. Ну что, у нас у Сларка шестой левел у него есть, по фарму на третьем месте, практически сравнялся с Темпларом, ну и спектра была на фрифарме, не считая вот еще одного килла и трех ассистов. У него все очень классно, нет, не догонят тут Тускара, и верните Дредда. Тут, конечно, был близок к цели, еще раз просто ударить от Фростбластом, и был бы минус Тускар, я думаю, там, да, немножко подхилял. Спектрап добила лишнее, что оставалось. Шестой левел ему очень срочно нужен, он сам это хорошо понимает, поэтому вот стараться сейчас хоть как-то взять, да, берет шестой левел. И, собственно, сейчас можно выходить на какие-то ганки, на Лича, собственно, в соло, на Шедоу Демона, если успеет все хорошо прожать. Так что, да, берегите саппорта ЕС, Тускар скоро к вам придет. У СФА 2-1-0, да, видели мы, как его убили здесь, и куча, и то, собственно, с проблемами небольшими, но как бы это на него не особо повлияло, да, идет, ну, собственно, довольно неплохо. Два килла имеется, Динжат тоже третье место фармом берет, да, резко переходит на третье, да, из-за стаков, которые делает Виверна. И здесь мы видим, что развлекается Shadow Demon, на который вообще будут выходить ребята. Лина почему-то не помогает, не знаю, зачем она свернула, развернулась, непонятно, да, здесь уже все просто и будут убегать в срочном порядке, потому как 3 на 3 уже, нет, не будут убегать здесь Сларк, можно цеплять, нет, отличный просто, отличный заход от Shadow Demon.
Поперечного Иллюзии, разбирают Тамбу, откупает сейчас команда ЕС просто Тамбой, да. Ну что, может и правильно, лучше чем потерять и Тамбу, и всех остальных, так что, собственно, мне понравилось. Сейчас вот такой хитрый мув, скормили просто голодным Экспрайт целую Тамбу. Смайл решил, что будет так сделать правильно. Ну что ж, тусуются вдвоем, ребят, возле башни, возле Тавра своего. Пойдут ли по Тавру сейчас, вопрос, ребята, из команды Экспрайт. Ага, SF хотел напасть на Shadow Demon, он спрятал его, да, в Disruption просто, и как бы ничего не получилось. Делает ТП-шечку и уходит вверх, помогает там своей спектре, у которой проблема. О чем мы с вами говорили, да, что Тускар, собственно, может гнобить спектру в соло очень легко с прокастов. Но здесь Лич уже приходит, Ice Frost Blast ставит такой вот наглый вард прям по видению у Тускара. И видимо, что прилетает только очень далековато Лина. И Вера и Верн тоже на подхвате. Так что, собственно, ждем мы сейчас драку. Возможно, кого-то да и заберут здесь. Есть 6 тиков еще у Тускара. И можно пробовать убить спектру, если, конечно, она не отбежит назад. На этим, видимо, сейчас спектра занимается. Да, будет сходить скорб и правильно поступит, потому что лучше здесь не рисковать. Ну что, 11 минут, пока вроде тихо, давайте глянем графики, что там, да, собственно, не слишком уж там много инфы для нас, 2600 DS по XP и по монетам практически та же картина, это 2800. Так, впереди ЕС. Ну, собственно, да, видели вы сами, у них топ крипстат у двух персонажей именно из их команды. И на 3 фрага больше. Так что вот вам эти 3000, откуда берутся. А, ну что, Сларк, 8 левел, сражается против двоих, будет заходить Shadow Blade. Ну, это как бы нормально, я думаю, да. Довольно такой оптимальный арт. Можно нападать, резать. Собственно, с Тускаром вдвоем могут сейчас мутить очень хорошие вещи. Если Тускар тоже будет потом собирать себе этот самый вот Shadow Blade, то я думаю, будет только на плюс все это. Но Тускар пока фейзы. Потому что у него 24 крипа, да, стало, конечно, хорошо. Посредственно Дайнга, который был на оффлейне вместе с ним, у него крипов там, но для нас больше проблемы нет, проблем уже нет. Он Дайнга подлечил саун, здесь пошел чайник, отлично просто, чайник заходит потрясающе! Дабл килл просто для Лича. СФ делает ультимейт, спектра погибает, да, помогает Сларк. И дабл килл здесь для СФ. Ну что, не побегут, да, не побегут дальше. 2 в 2 размен, но гораздо более выгодный для Экспрайт. Видите вы сами, да, 1117 монет получают ребята, и только 170 ОС. Такая легкая 1000 отыграна, при том, что деньги остались СФу и Сларку, то есть очень-очень классный размен, еще раз повторюсь. А, вот таким образом, ребят, 9-6 до сих пор ЕС впереди, но поднимаются и немножко отгоняют их сейчас Экспрайт на те копейки. Что про лейт вообще можно сказать? Конечно, там и спектра. Спектра это очень классно, темпларка очень классно, да. Но, ребят, ух ты, так, по чуть попозже, Тускар пытался укатиться, станчик проходит отличный от Лины с Дикеем, и все, вроде как бы ничего не будет, да. Poison здесь еще висит, Shadow Poison, да, но там урон будет, конечно, никакой. Так вот, что мы и про лейт, да, с вами говорили бы про что. Спектра есть, Темплар, здорово, но есть Ларк, СФ, собственно, и Лина, которая будет биться огнем через БКБ, если игра затянется, конечно, в этом случае. Когда у нас, скажем так, ситуация будет непонятная, потому что в лейте обе команды довольно хороши, но есть еще и Виверна с ее классным ультимейтом там, которая сможет там перевернуть драку, собственно, да, и при том довольно хорошо перевернуть эту драку. Мы посмотрим, конечно же, да, пока рано говорить, какая будет игра, во сколько она там примерно времени станет обеим командам, но пока просто ждем и смотрим. Так, что у нас здесь? Винтер и Вер, он закрывается здесь, Тускар вкатился, да, небольшой проблем, поговорит Shadow Demon, все-таки минус Тускар, на Shadow Demon плохой размен, мне кажется, здесь СФ, СФ должен убивать сейчас, да, тычка еще должна, мне не хватает тычки, и погибает Винтер и Вер, еще СФ здесь остается, бьется на спектрой, здесь приходит КСИ, и проблемы могут быть сейчас у СФ, они здесь лина, сбивают просто сейчас рефракшн, ну и что, все, драки конец, так понимаю. Размен 2 в 1, более чем хороший для команд ЕС. Смотрим итог боя, да, 731 монету рубит за двоих эта команда. Получила спектра 400 монет, очень здорово. Ну и на Тавр, да, придется поменять сейчас вот этих вот двоих ребят команде ЕС. Да, то что, здесь еще тусуются трое ребят из Экспрайт. Нет, я думал, забайтить на СФ, и было, кстати, очень здорово. Подбежал бы Сларк, Шедоу...
Да просто Блейд свой проюзывает и бежит. И неужели это Темплар, который сейчас хватит очень больно? Да, цепляет Темплар, Темплар прячется. Нет, просветка, Резистанчик, да, здесь просто массовыми стволами давали, да. А, минус Темплар, и туз карты Рима забирает Спектру. Каким образом он это сделал? Да, пошел. Ну, проказ, да. Еще мы с вами говорили, ребят, что Тускар может капитально нагибать Спектру. И видим мы, да, что примерно по 1000 монет, считая еще и Темплара, сейчас зарабатывают ребята из команды X-Prite. А, Shadow Demon здесь не в лучшей кондиции своей, пытается кто убегать. Стан не хватит, да, рейнджа, и, собственно, отпускает Чудо Демона. Тут гонится просто Сларк, да, вбегает по Тауру, хорошо видно, и здесь Андайнг. Она сделала ТП-аут, это очень мудро, мне кажется, да, потому что драться с четырьмя он пока не может, да, и вряд ли, возможно, когда-нибудь сможет. Поэтому правильно очень сделать. Ну что, у Тускара фейзы появляются, но урон с руки у меня теперь соточка, это довольно неплохо. Даже Спектру, видите, он сумел... Смять в одиночку, это довольно было хорошо, отличный просто дизрапшн, стан все равно падает. И ультимейт не будет, здесь пошел чайник, чайник не очень хороший. Лина подал ТП-аут, не успевает здесь. Ну и что, пока размен на Лину только в этой драке. Стоит Сларк, драки, видимо, больше не будет, ждал пока разберутся ребята. И расходятся обе команды здесь. Да, вот таким образом сыграл еще, конечно, ультимейт Спектр свое дело. И видим, что 400 монеты получили сейчас ребята из ЕС на всю команду, на всех, кто участвовал, даже вот так скажем. Что, собственно, довольно неплохо. Ну что, выход на Темплара. Да, Тускар здесь, шарик ловит, да, нужны сейчас еще. А где же шарды, почему их не было, ну ладно. А, просто вот такой легкий массаж, чтобы другой сделали сейчас ребята из X-Prite ES, но, собственно, ничем это дело не закончилось. Ну что ж, давайте смотреть уже общую цену, думаю, она поинтереснее будет. Смотрите, все перевернулось, да, 8000 у нас у SF, 6700 у Сларка, и Сларка сместилась на третье место, у него 6400 здесь. Ну, собственно, давайте сейчас графики глянем, думаю, тоже можно уже. А, по XP, да, выровняли игру, 100 XP впереди теперь уже за X-Prite, по голде уже, ох, даже больше, уже 1800 у ребят тоже за X-Prite. А, ну что, Тускар, похоже, что приехал на конечную, нет, не удивляет, что демон очень здорово здесь он сделал, что не побежал именно в лес, да, потому что если забежал в лес, там был бы ему большой сюрприз, но в целом просто прям побежал и был слишком далеко шел демон, чтобы кинуть дизрапшн здесь. Радиант справляется у Спектры на 17-й минуте ровненько. Ну что, не, конечно, супер тайминговый там, да, какой-то, но довольно неплохой, мне кажется. Фара потечет гораздо быстрее. Спектра должна еще, скажем так, оставаться в лесу какое-то время. Ну что, приходит здесь Лина, да, и там осталось буквально вот пару тычек каких-то сделать. Идет SF здесь в инвизии. Ну что, разультоваться как-нибудь можно попробовать здесь и убить тем самым просто всех, кого можно. И ставит здесь сразу же. Ой, какой же нашел. И погибает SF. Ах, какая ошибка от него-то. И не ошибка, а просто потрясающая игра от ЕС, я не знаю. 667 монет. Получается, команда Nine получила 367 из них. И это очень здорово. Очень классный бут. Да, вот такая вот интересная игра, по-другому пока я назвать не могу, непонятно немного, но я думаю, совсем скоро все прояснится. Здесь приходится зачем-то здесь Туска, причем сразу Disruption, шарик нужно и укатываться, ну, Спектру, не знаю, нет, зачем в Shadow Demon, ну что, ультимейт какой-нибудь возможно взять и хоть кого-то убивать, нет, не убивает, он и погибает. Что за выходки здесь устраивает команда X-Prite, я не понимаю. Ну что, сейчас словит еще, да, и Лину, да, и минус Лина, боже ж ты мой. Троих просто на ровном месте теряют вот в этом вот окрестностях команда X-Prite. Я не понимаю, честно говоря, в это время KSI начинает раздамаживать Рошана, да. У него есть сейчас дизолятор, Рошану будет не сладко, и совсем скоро можно будет убирать. И же сейчас Сларк не знает, что проблемы там у Рошаны, пробегает просто мимо. Ну грех же бежать и не заглянуть к Рошану, что там, и сейчас всех на ранок ломанется он туда. Нет, даже решил не бежать, не смотреть, и Темплар у нас забирает первый Аегис на этой карте. 15-9 счет, друзья. Вот такая вот игра, и она опять переворачивается в сторону команды ЕС. С барабаны у Тускара.
Но Shadow Blade бы тоже сейчас очень пригодился ему, я думаю, с его такими выходками особенно, да, когда стоило бы убежать, кажется, а убежать уже невозможно. SF, есть у Блинк, есть Мека, ну да, он уже вполне себе такой боец, конечно, если только не будет поступать, как поступал раньше, да, просто забежать и вдарить как-то вот ультимейтом. Не по кому, что ли, не знаю, как еще назвать. Вот, но тем не менее, да, может еще все поменяется. Выходит, ребята, сейчас под смоками здесь, и хватит, собственно, спектру их с головой, и тусует спектратом. Ранее не знает, видимо, что за ней вышли, и вот ее ошибка. Летит туска, рвается, так, после шарды, ультимейт, нет, решает все сделать, и на. Однако, да, забирает каким-то чудным виверном. В это время погибает там еще и Сларк, Undying забрал его, неужели в соло? Неужели все это в соло сейчас произошло? Довольно интересно. Ну что ж, смотрим размен. Да. За спектру получают 774 монеты ребята из X-Pride. Да. Довольно неплохо, согласитесь, поделить на всю каточку вот монет. Но упадет сейчас Авар. Прожимает Fortification ненадолго, конечно, потому что Дизолем там Темплар вообще, собственно, не прощает этому Тавру. Просто капитальный минус брони, и Тавр падает очень-очень быстро. В это время там драка у нас на миду. Пытается что сделать, что демон. Да, купился время какое-то он, но погибает. И Тавр тоже сейчас заберется. ТП-ш Сандайнг. Здесь же еще и Лич. Вот скачайник пока непонятно. Да, пошла и Темпларка сюда, так что, надо уходить, время уходить пора. СФ здесь что-то делает, это дерется. Да, Лича пытается кто-то убрать, еще 2000 нужно сделать, Тускар, они летают, погибает все-таки здесь Лич, погибает еще, кстати говоря. И СФ, очень странно, и минус Тускар, и размен общий 2 в 4. В пользу команды ЕС по деньгам там вот около 1500, это, конечно, мощно, и минус 12 монет у X-Pride. Ну и плюс еще, конечно, заденайли Тавр сейчас ЕС, что очень плохо. Потому что, собственно, ради Тавра, я так понимаю, и шли сюда X-Pride, но вот как-то не срослось. Смотрим мы на график с вами, на графика, точнее, на общую ценность. 10 тысяч у СФ есть. Сектором практически там на 500 монет обгоняется. Нет, вот, упал Тавр, да, и сравнялись ребят практически вот сейчас. Но видимо, да, что, несмотря на все удачи ЕС, СФ... удачи X-Pride'а. SF до сих пор как бы остается в неплохом состоянии по деньгам на первом месте, однако да, спускается Сларк, и вот поднимается теперь на первое место сейчас Темплар, и видим, ребят, да, что потихонечку гоняет спектра этих лидеров, так что, собственно, еще минут 15 игры нас ожидает, это как минимум, потому как не хватает сейчас ни одной команде сил каких-то, чтобы пойти до конца сейчас ломать, хотя вот уже за десятку общественно сесть у двоих игроков. Ну что, графики давайте чекнем, давненько не смотрели, 5300, даже нет, просто 5000, обманули вас. По XP с командой X-Pride, по голде это 4000. Врывается сейчас Темплар, Роксиберный, как же больно, Виверня, просто жесть. Тускар в шарик, прячется, она что-то не делает. Приходит СФ, Койлом пытается разбирать здесь. Дальше погоня, это все-таки минус Тускар окончательно. Здесь Ларк, выкупает игру Сларк сразу. Там СФ ультит, драка у нас в двух местах происходит, на этот конзорит. Спектра забирает там еще и Лину, и Лич забирает СФ. А Сарк забрал все-таки Шилу Демона, как-то Тускар выкупился, он уже никому здесь не нужен. И бьет Сларк сейчас Андаинга, и проблемы могут быть большие сейчас у самого Сларка. Шэдоу Блейд еще будет через 10 секунд ультимейт и прячется подальше. Нет. Нет, все нормально, погибает там Ланая, Темплар Ассасин, который, да, и нет, не убивает все-таки она здесь, Сларка, торопящий здесь Виндервиверн, приморозили его, возвращается сюда Сларк, и проблемы теперь Киасая, спрыгают все-таки верно, но забивают сейчас все-таки и Темпларку, и размен у нас, по сути, прошел такой вот 5 в 4, считая выкуп и Аегу, смотрим, все-таки 4, да, не погибло. Хотя, считай, Ягу 5, все верно я сказал. И выкуп от X-Pride, Тускара, что я вообще путаюсь. Вот, 5-5, грубо говоря, у нас сейчас все получилось. Ну что, видите, по деньгам то же самое. У каждой команды 1085, 1019 за драку получают. Но
Как бы, собственно, и как бы дрались и не дрались, все, собственно, практически осталось на тех же вот уровнях, не считая спектру, просто которая не дралась, там фармила и обогнала Янручка СФ, и сейчас три персонажа, которые в первой ройке, скажем так, находятся, как ни странно, уже немножко разделились, там есть Ларк, на первом месте он от команды X-Pride, и два места сзади держит сейчас темп Ларка и спектру. Ну что, вот такая, друзья, игра. 16-25 счет, уступает X-Pride 9 фрагов. Фрагов, как вам, 3, 6, 9 просто киллов. И смотрим, что будет дальше, потому что, мне кажется, сейчас немножечко игра поутихнет. Была такая массовая драка совсем на свете, что могли только провязать. И сейчас попытаются ребят что-нибудь подфармить и уже с новыми артами какими-нибудь сброситься в драку. Да, глянь, давайте, что у нас там по закупу. Лина, конечно, гони, он тут вообще не пахнет. 0.75, просто жуть. СФ тоже 3000 насобирал, возможно, батерфляй сейчас будет копить, было бы довольно, кстати, неплохое решение. Тускар, 1200 на руках, может быть, Shadow Blade тоже будет собирать. Верно, та же ситуация, что и у... одну секундочку, друзья, здесь Ларк пытается давать жару, погибает Shadow Demon, пришел спасать Undying. Нет, хорошо, спрятался, все очень здорово. Ставит сейчас Сентрю и минус Ларк. Ну что, более чем классная сложная игра от ЕС. Продержался Undying, пришел Shadow Demon, бросил на себя просто Glimmer Cape и спасит таким образом. Так, видимо, что пытаются сейвить сейчас ЕС свой... нижний тавер, Т2 уже, кстати говоря, это... Но это у них получается, они отгоняют довольно неплохо. Сейчас X-Pride. Так, смотрим мы, что у Виверны. Так, не глянул, да, до конца. Из Аркана худ какой-то, клок еще даже не худ, да. Ничего особенного. Так, и что, быкуточный Тускар? Да, его же не отпустят. Конечно, шарик вкатывается, но это последний мув Тускара, и Тускар погибает. Да, никакого нет, честно говоря, как-то Team Spirit, что ли, да, Team Coordination здесь у ЕС, простите, у X-Pride, Тускар как-то странно погибает, Слар как-то странно один бегает. Понятно, это персонажи, которые могут, собственно, пойти убийцам, давать в соло, но, друзья, не стоит же делать этого, когда... четвером там вас встречают, вы же не такие уж крутые пока. Вот, таким образом, ладненько. Так, Сларк, Shadow Blade и Скади у него, это очень здорово, конечно, видели сами, на что он способен, конечно, если его не бьют четвером. Ну и команд ЕС, Наганим копит сейчас Undying, это будут очень жесткие дикие, это будут реально очень-очень жесткие дикие. И Аганим как бы у него готов, 10 голды, все, готов Аганим, появляется он и летит, курак, сразу к Undying. А Shadow Demon, Glimmer Cape, Транквилы, собственно, ну Форстав, сейчас он закончу бот собирать, собственно, почему нет. Израпшн Сларка. Сларк сам себе давал довольно прилично, кстати говоря. Так, смотрим на Темплар Ассасин. Изолятор Блинк. Ну, собственно, Тарас копляется у Спектры. Какая жесть! Да, сейчас, мне кажется, все очень плохо выглядит у X-Pride. Реально очень-очень плохо, потому что Спектра обгоняет у всех здесь по Нетворсу. Потом идет следом SF и Темплар, который там остается на 50 голды буквально. Такое. Так, у этой самой спектры здесь Радиан, Тараска, и вот видите, да, сейчас Лину она просто уничтожает. Нет, здесь СФ, ультимейт в упор, хорошо-то как. Да, Лина погибает, но Сларк снимает господствующий стрик здесь с этой вот самой спектры. Так, дальше, видимо, стру с вами, да, Лич тоже купит на ультимейт, ему еще 2000 собирать. Вот как-то ошибки идут от другой команды, непонятно, честно говоря, зачем вот сейчас спектра лезла там, где же оппоненты, нет никого на карте, значит, возможно, где-то в лесу около тебя, зачем рисковать, давай какой-то саппорт, который там вообще ничего не получишь, ну вот это, честно говоря, непонятно. Ошибает сейчас X-Pride, видели бы, да? Yes, как это я сюда? Все-таки рано слишком я начинаю комментировать. Мое время это вечером, но если какую-нибудь несу ерунду, я говорю, ребята, уже сильно не ругайте. Делали смоки прямо под вардом здесь чужим, не дождавшись, пока разобьют. Ну и тем самым как бы спалились. А хотя, собственно, не важно, потому как легко сейчас забирают Рошана. Ну что, спектра
мертва, поэтому берет ее темплар, так понимаю. Да, так происходит. И, собственно, все, да, можно сейчас идти уже драться. И драться нормально, потому что спектра уже боевая, она уже с тараской, у нее есть радианс, урон с руки там 170 уже есть, плюс выжигающий радианс и всякие пассивки страшные. Темплар тоже более чем боеспособна, так что, собственно, остальные ребята будут только на подхвате и имеют гоним у себя уже андайнинг. То есть тут, ну, потрясающе просто у них все выглядит. Глянем, дайте на графики перед этой дракой, чтобы запомнить. 8000 экспы ведет ЕС, по голде у ребят 7000 преимущества тоже. Ну, посмотрим. Сейчас, возможно, на Сларка будет выход какой-то. Вот и в спектру пытается выйти Сларк, не попадает прыжком. Ну и что, и может спектра драться сейчас? Собственно, почему нет? Крипов-то больше не осталось здесь сларковских. Да, и Сарк бежит в Shadow Blade. Здесь под смоками хоть ребята, и он их палит, ставит центрю, но слишком близко. И Сларк на всех парусах убегает отсюда как можно дальше. Да, верное решение, мне кажется, он принял. И больше ему нравится драться 1 в 5, как в прошлый раз произошло. Ну и смотрим, ребят, выход вот на Тауэр, да. Сейчас показывает команда X-Prize, что надо задефить этот вот тавер, потому как пойдут менять. Вот меня в любом случае ребята из-за ЕС. Так, ну что здесь? Погибает Лина, как обычно. Сларк по вопросам прячется сейчас KSI Инвиз. Ну и что? Цепанул в Инвизе сейчас Сларк хорошо своих оппонентов. Так, в Disruption спрятали. Ну и уже точка не сейчас будет, да. Нет, смотрите, упрыгнул! Браво! Нет, здесь темплары критом убирает. Ну что, более чем здорово. Сейчас пытался Сларк, но не хватило немножечко здесь. И KSI его разрезает пополам просто своим критом. Смотрим, итоги боя. 1205 монет для ЕС. Минус 800 у X-Pride. Ну и что? Нет крипов для товаров ни одного. И придет сейчас и как-то отпушивать. Да, Сларка не будет 40 секунд, и сейчас X-Pride не подерется, ну, никаким образом, потому что кем тут можно сейчас убить спектру, эту жесткую темпларку, которая еще, кстати, висит Аега, и 3000 на руках, и очень быстро с тавером сейчас разберутся ребята. Fortification включается, покупает 5 секунд жизни этому тавору, ну и смотрите сами, да, просто без брони, что становится тавером, аж страшно. Так, здесь... Ну что, ультимейт? Нет, что-то импровизал, хотя могли бы провязать, мне кажется, было довольно неплохо. Тавер разбит, бот и дальше драка. Вот чем вопрос, спектра-то фуловая, ультимейт через 35 секунд. Можно пойти добить медовый тавер, собственно, почему нет? Мне кажется, было довольно неплохо. А здесь пока контрит спектру, иллюзию точнее ее, свою же спектра, и она немножечко так подпушила, хорошо. Ох ты. Это пульт Эвелит, это радианс, я не знал. Да, и Т2 тоже падает по миду, и сейчас идут крипы к Т2 по низу. Очень-очень неплохо все происходит. Так, у нас драка пошла, драпшу у нас спрятали сейчас Лича. Да, Лич погибает, спустил кинуть чайник, очень хороший чайник. Минус 2 сразу же делает джинзмейт, выкупает у Сларка, там Сларк потерял Аегу. Минус у Скар, минус СФ. СФ тоже выкупается, будет бежать сюда. Минус Лина, и вдвоем на выкупе сейчас ребята ничего не поделают. Размен более чем шикарный для ЕС. 2700 получают они, минус 2800 у X-Prize, считая выкупы. Ну и заход на ХГ, ребята, и ничего не сможет сейчас X-Prize с этим поделать. В Disruption ловят Сларка, что за жесть, нужно сейчас упрыгивать начнет сразу, я думаю, нет, бьют они, что делать, очень хорошо, что сделал хилер, просто потрясающе сейчас. Undying просто нереально сейчас зарешал Soul Rip этот вот. Да, просто жест кач, друзья. Ну что, и медовые бараки все-таки придется, видимо, потерять сейчас команде X-Pride. Да, Темплар дорезать сейчас начнет окончательно их. Спектра с БК прожимается СФом. Да, баракам конец. Ну, СФ зачем-то... Нет, зачем ублинковывается? Все он правильно делает. Да, прожал, ошибка, но что поделать. Здесь Сларк, и Сларка сейчас ловят. Сларка сейчас просто ловят, если ездит Сентриак у кого-то. Да, есть он Дайнга. Просто поставь его здесь, и все, и проблем не будет никаких. Делает ТП аут сейчас он Дайнг. И да, и слабую жертву доходит сейчас себе Сларк здесь. Да, пауза у нас от Лины. Случилось у нас. И видим, что прилетает гем Undying, и Сларку будет сейчас очень тяжело.
Так, мы опять, друзья, в игре и смотрим проблемы. Здесь Ларк, который пытался пить Shadow Демона. И да, сделать ультимейт и ТП аут. Ну что ж, верное решение, мне кажется, да. Потому как проблемы были бы однозначно. Спектра у нас сейчас заимеет манту. И, собственно, мне кажется, это практически последний гроб уже в крышку гроба. Последний гвоздь, последний гроб. Да, слишком рано, да. Я не могу так анализировать, я еще должен спать вообще. Но вот, а Дальний Восток это такой Дальний Восток, дело тонкое. А, ну что, смотрим, бегает там Кесай, Сефа, ну, собственно, может даже и свалит Сефа в соло, даже без проблем, я думаю. А, да, вот тычки просто реальные, да, БКБшка получается у Сефа, он уже БКБ приходит, и ой-ой-ой, стопит просто сейчас Виверна и теряет свой, да. Шанс вина и минус СФ, и убили там как-то с Ларкой ГГ. ГГ, вот такое неожиданное. Ну что ж, поздравляем команду ЕС с этим вот уверенным выигрышем.